И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, еще записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик у нас посвящен разговорной тематике по всем обновлениям, которые у нас появились сегодня в игре. Сегодня у нас четверг, как всегда после четырех у нас вышли новые анонсы и обновы, которые уже завтра появятся в игре. Ну и здесь, конечно же, речь пойдет о майских праздниках, о других всяких изменениях, спецпредложениях и обновлениях, которые уже с завтрашнего дня появятся у нас на основных серверах. Изменений очень много, разных. И сегодня я постараюсь максимально быстро по всем пройтись и какие-то определенные моменты для себя и для вас. Подчеркнуть. Начнем с майских праздников. Уже с завтрашнего дня стартует, ну, можно так сказать, празднование абсолютное, да. Стартует специальный режим, который называется «Легендарный Голдолов». Это демочка «Чернобыль. Будущее. Соликамск», которая будет с пятницы по воскресенье. Каждый сам за себя, без никаких дронов и никаких овердрайвов. То есть чистый дефолт с повышенным шансом выпадения золотых ящиков, где вы не сможете использовать никаких спасателей или других дронов, чтобы там фармить, либо же ловить золотые ящики. Посмотрим, что из этого выйдет. Возможно, даже я зайду, попробую, посмотрю, половлю. Никакие там условные хопперы нагибать уже не будут. Ну и пофармить дополнительные киллы тоже будет не так уж и просто. Но, может быть, если бы еще бы этот режим был бы без расходки, без дронов и без овердрайв, может было бы еще интереснее. Ну а так, посмотрим, что из этого всего получится. Хотя, по сути, даже с такими изменениями при том раскладе, что чуть-чуть позже поговорим о расходке, уже будет совсем другая ситуация в данном спецрежиме, хоть, ну и по сути, наверное, там уже эта расходка не будет так сильно ролять. Также с рестарта 7 по 11 тоже, то, то есть тот же самое пятница, воскресенье, только через неделю будет у нас соло Джиггернаут, карты Дюссельдорф, Берлин, Кунгур. Ну и это тоже, я так понимаю, демочка, где, ну, тут как бы расписали, что за Джиггернаутом надо бороться, но ну, как бы просто соло джаггер, дмчка. Да, и здесь, к слову, повышенных... о повышенных золотых ящиках ничего не написано. Странно, здесь повышенный шанс выпадения золотых ящиков есть, здесь его нету. То есть, по сути, тут тоже должен был быть повышенный шанс, но его нет. Ультраконтейнеры, коин боксы, праздничная копилка, как всегда, специальные миссии. Здесь, по сути говорить не о чем да по 150 осколков плюс звезды и за всю кучу можно заработать еще 7 ультраконтейнеров скидки всего лишь 30 процентные я думал что будет 50 но видите теперь уже 50 никто не хочет делать 30 процентов на гараж на магазин на шаги на улучшение и 50 на их Ускорение, специальные предложения. Ну и есть еще у нас здесь уникальные праздничные какие-то джиггернауты, которых надо искать в краске барбекю. И за них тоже можно заработать 150 осколков и 100 звезд 8 мая с 12, с 12 до... 000, да, то есть по сути 12 часов тоже будет кататься такие вот замечательные пассажиры. 8 мая это у нас суббота. Ну и понятное дело, что панды и опыт у нас будет увеличены с 30 по 3, то есть это пятница, суббота, воскресенье с завтрашнего дня, и потом через неделю опять пятница, суббота, воскресенье. Теперь у нас, как вы знаете, уже не делают на две сплошные недели из-за того, что есть ребята, которые очень много кристаллов зарабатывают. Возможно, разработчики боятся, что с ними что-то станет не так и ну, просто там произойдет какой-нибудь неприятный эпизод. Дальше у нас изменения в названиях и характеристиках расходников и дронов. Здесь изменений много. Всяких интересных для себя я уже много чего подчеркнул. Здесь говорится о том, что с завтрашнего дня расходка станет совсем другой. И также у нас немножко поменяется изменения в дронах. Да? То есть все это дело, как написано, связано с тем, что на маленьких званиях расходка очень жестко роляет, и поэтому теперь такой возможности не будет. То есть у нас, по сути, на маленьких званиях даже с дропом и с расходкой, ну, шанс увеличиваться будет там крайне мало, да. То есть если защита раньше у нас уменьшала, например, входящий урон на 50%, то есть это как бы в два раза меньше, ты получал демеджа, то теперь ты будешь на четверть только получать, только на 25%. То есть на 25% понерфили. Ну а повышенный урон, если у нас в два раза больше давал, извиняюсь, если у нас в два раза больше давал, то теперь он будет давать вместо сотки, он будет давать только 33%. То есть, по сути, это 1 треть. Здесь в два раза занерфлен, здесь занерфлен еще больше. Да? То есть, только 33% дает. И ну, по сути, без дронов, да, все это дело будет работать. Если дроны у вас фуловый, то все будет оставаться так же само, как раньше. То есть это, грубо говоря, обновление под те бои, где нету дронов, где маленькие звания, у которых нету дронов. Ну и на всякие там ББП бои в матчмейкинге, я думаю, что ничего по сути на основных серверах у нас не поменяется. Что будет у нас с киберспортивными боями, я честно говоря пока что не знаю. Но если у нас вот эта вот расходка останется и изменений никаких не будет, да, то с завтрашнего дня игра станет намного медленнее, предсказуемые, да, и сам дроп, и сама расходка не будет так жестко ролять, да, то есть изменению подверглись два припаса, самых главных, и это может кардинально изменить игру в худшую сторону, как по мне, но поживем, увидим, возможно, какие-то изменения в этом плане выйдут, но обновление, как по мне... Для матчмейкинга как бы ничего не внесет, да, для маленьких званий это лучше, да, для тех ребят, у которых нет припасов. А вот что касаемо киберспортивных битв, то здесь, ну, я не знаю, мне кажется, что это печальная тема, если ничего не придумают, то ничего хорошего из этого явно не будет. Ну и также появляется новое устройство на Изиду. Которую, к слову, говорил Орех когда-то, если я не ошибаюсь, что никогда вампиризма у Изиды больше не будет, но никогда не говори никогда появляется у нас Изида вампирские наноботы, которая лечится самой само, само себе лечит хп но при этом не может лечить своих союзников и нет критического урона будет интересно посмотреть за этим устройством попытаемся его выбить к слову на страйкера я так до сих пор и не выбил устройство может быть хоть на изиду у меня получится выбить и мы сможем потестировать эту замечательную сосочку дальше появляется у нас интересное спецпредложение я изначально даже не видел вот этого вот анонса ежедневные танкоины Предложение, которое будет продаваться, я так понимаю, за танкоины. И при его покупке моментально получаете 500 танкоинов и доступ к особым миссиям на 30 дней. Каждая миссия будет давать по 150 танкоинов каждый день. То есть это что-то жесткое. И самое главное, интересно будет, сколько она будет стоить. Это ежедневная спецпроизводство спецушка, да, то есть вы в сумме можете за 30 дней зафармить до 5000 танкоинов. До 5000. Это очень жестко. И вопрос лишь только в том, сколько она будет стоить и как это будет все дело работать. Если это будет стоить за деньги, за деньги, да, то есть они могут так сделать, то это, конечно, Донатерская тема, на которой они хотят заработать. Если же это за танкойны, да, то тогда может быть есть смысл его приобретения. Ну а если за деньги, то вопрос, сколько оно будет стоить? Да? Если оно будет стоить какую-нибудь условную соточку, то может быть есть смысл ее приобрести. Если же она будет стоить дорого, то вариантов и смысла особо никаких нет. Плюс ко всему прочему написано, что спецпредложение выгоднее покупки. Э, забирая танкоины, каждый день вы получаете эффективную скидку более 30% на покупку эквивалентной суммы танкоинов. Короче, опять донатская тема, но есть подводные здесь камни, которых, возможно, завтра мы поговорим и разберемся, да, то есть когда уже на основных серверах появится вот эта вот темочка, ну и предложение будет одноразовое, его можно будет в магазине приобрести с 30 апреля по 11 мая. Ну и список обновлений, в котором говорится о всех этих же самых изменениях которых я сказал, повышенная защита снижает входящий урон на 25, повышенный урон увеличит на 33, изменена механика дрона Брут, теперь она дает пассивный эффект усиливания расходников, не использует батарейки, то есть батарейки не тратят, но пассивно все так же пополняет и дает дополнительную возможность, то есть если вы хотите играть в матчмейкинге с сегодняшними еще пока что ну, как бы 29 число, да, 29 апреля, сегодняшней расходкой завтра, 30 апреля, то вы можете просто одеть брут, не будет тратиться батарейки, но расходка будет бомбическая, если у вас брут фловый. Как бы, ну, неплохая тема, да, для тех ребят, у которых батареек нету и есть брут. Ну, а так, конечно, ну, такое, типа, Изменение механика дрона лафкач. Лавкач станет какой-то супер-мега крутой. Кто-то его тестировал уже на тестовом сервере, я его не тестил. Завтра потестим, говорят, скорость, как у дрона кризис. Да, и плюс тут изменения всякие разные. По, 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 по перезарядке расходников. Если раньше там был дрон, который союзникам тоже как-то помогал, давал расходку, теперь этой возможности, я так понимаю, у него нету или что-то. Короче, я не особо разобрался. Наверное, завершение перезарядки стальных припасов для себя и союзников. А, нет, для союзников все так же само остается. Все так же само остается. Механика дрона подрывник. Теперь он пассивно дает ускорение самоуничтожения танка по команде Delete на одну секунду. Пассивно дает ускорение самоуничтожения танку. То есть быстрее танк самоуничтожается или что? Ребалансировка громкости звуков, громкость звуков этих хитмарков это вообще полная дичь, я не знаю зачем они ее сделали, исправлена наконец-таки проблема, при которой при обновлении не сохранялись вот эти вот, но и то мы даже нашли как исправить эту ситуацию и доработаны списки отмечающиеся, которые игрок посмотрел, выделяется игрок, который создал бой, внесены мелкие какие-то еще поправки, в общем и целом. Как-то так, да, интересные Интересных вещей довольно мало, будет только интересно посмотреть, что будет с расходкой, да, как это все дело поменяется, в какую сторону, в худшую или лучшую. Но дроны в матчмейкинге будут иметь повышенный теперь смысл. И те ребята, у которых дронов нет, вы обязательно должны сейчас уже задуматься о том, чтобы их приобретать. Потому что с завтрашнего дня без дронов будет уже в 2, может даже в три раза тяжелее играть против тех ребят, у которых дроны эти и есть. Ну и плюс вот эта вот вещь с ежедневными танкоинами очень интересная. Завтра я думаю, что мы все это дело рассмотрим. Поэтому пишите, что вы думаете по этому поводу. Что бы вы хотели увидеть завтра из тестов? Возможно, ловкач, видос со спецпредложением или же... Какой-то другой обзор, например, на новое устройство Изиды. Пишите, рассказывайте, что думаете по этому поводу. Ну и не забывайте, конечно же, поддерживать данный видеоролик лайком, если он вам понравился. Если не подписан на канал, то обязательно подписываться. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.